Шторм – это проект, который в первую очередь и ядро, и сердце этого фестиваля, сегодняшнего фестиваля – это арт-бар. И нам очень важно сегодняшнее продолжение, когда пришли сражаться молодые люди, пришли сражаться витебские мастера, российские мастера. Вот за 5 часов времени на глазах у зрителей они создадут проект под названием «Космо». И сегодняшний взгляд на эту супрематическую, малевическую тему, он уже совершенно другой. Поэтому в сегодняшнем арт-баттле, пожалуй, это ощущение, математика, визуализация и сам по себе космос завтрашнего дня, мне кажется, должен быть очень интересным. Всегда хорошо. Ну, а насчет преподавателя, так это мое хобби. Профессия моя художник все-таки. Поэтому, знаете, как собака на дичь, то и был бы повод поработать, а почему бы и нет? Это самое главное в нашей жизни, самое прекрасное. Все не так, как мы видим буквально. Оказывается, что все по-другому. И для того, чтобы знать, как оно есть, нужно изучать науку, нужно изучать искусство. Тогда, может быть, найдете ответ. Мне кажется, должен каждый попробовать, потому что это действительно очень интересный перформанс, очень интересно проверить свои силы, то есть, что ты как бы соревнуешься не просто с какими-то людьми с улицы, а действительно с именными художниками. Это действительно классно, я всем советую. А мы как художники, и особенно на арт-баттле, хотим себя проявить и делать что-то более оригинальное. И здесь ты встречаешься вот с ступором таким, что боже, а вот космос, везде космос, все его знают, но как бы его показать так, чтобы действительно люди вау, ну, сказали вау и сказали, что блин, а мы это вот не видели, это крутая идея. Черт, вообще, ну все, лайк. Сфотографировались с этими работами и себе это сохранили, показывали бы кому-либо. Ну, это действительно очень интересно, и можно посмотреть вживую на такое разнообразие различных стилей художников.